Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня буду делать покрытие себе. Ногти подготовлены, наношу выравнивающий слой базы. Для себя мне очень нравится использовать базу от Fiora. Ну, на клиентах ее, конечно, тоже использую, но когда работаю на себе, немного неудобно. А у базы Fiora просто идеальная консистенция, она в работе не доставляет проблем и просто замечательно выравнивается. Основной цвет выбрала от Космолак номер 27. Очень красивый оттенок, что-то среднее между оранжевым и персиковым. На втором слое выравниваю кутикулы. Очень яркие ногти получаются, на лето самое то. Теперь для цветочков мне нужен яркий розовый, это у меня от Fiora номер 58, и белый. Подмешиваю розовый в белый и этой смесью рисую самые простые цветочки. То же самое делаю основным цветом. Теперь чистым цветом ставлю в серединку и растушевываю, растягиваю серединки цвет на лепестки. Не обязательно делать плавный переход, где-то могут штрихи остаться, а это будут прожилки. Черный добавляю в основной цвет и затемняю серединку еще больше. Точно так же растушевываю, штрихами вытягиваю цвет. Чистым черным гель-лаком рисую места, где будут серединки. Подмешиваю желтый цвет, закрашиваю ним серединки.
Чистым черным гель-лаком на серединках проставляю точки, добавляю им тень. На этом этапе прикрываю все ногти топом. Топ также от Fiora, он без липкого слоя, мне очень нравится. И теперь нужна белая арт-паста без липкого слоя. У меня от Impulse, этой баночки уже точно около 2 лет. И смотрите, она не заканчивается. Эта арт-паста идеально белая, даже тоненькие линии получаются белыми, хорошо видимыми. Прорисовываю белой арт-пастой лепестки. И вот такой яркий цветочный дизайн получился. Рисуется очень просто, быстро выполняется. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставьте ему лайк. Постараюсь все ссылочки оставить для вас в описании. Заглядывайте туда. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. А у меня на сегодня все. Всего доброго. Хорошего дня.